если сразу понятно, понимает ли он в этом что-то. То есть для меня это очень важно. И на протяжении уже работы я увидела, как человек заинтересован в развитии этого бизнеса и сколько средств он уже вложил до момента, пока мы начали хоть какие-то обороты делать в компании, да, на самом старте. Он очень много вложил средств. То есть этот проект не какой-то хайп, не какой-то бабло-сбор. Когда говорят, ребят, мы стартуем, эгегей, там, да, быстренько все приготовились, регистрируемся и погнали. Нет, совсем другая история. Для меня это очень жирный тоже показатель, именно говорящий о долгосрочности. Поэтому я тоже быстро присоединилась в команду, мне очень комфортно с этими людьми работать. Это для меня важно, откуда всегда в компании ноги растут, с какими целями, с какой миссией проект запустился в рынок. Я смотрю, у нас сегодня всего четверо, и все свои. Давайте подождем. Привет, привет. Столов, пиров, отдыха, и потихоньку будут вникать. Обычно оно так и бывает. Так, ну что, ребят, всех хочу еще раз поздравить с наступающим Новым годом. Мы еще с вами обязательно увидимся, обязательно поговорим. Ну, заранее. You know I live like a rock star, sleep like I'm baby, fuck like I'm 8 feet deep, diamonds. Hey, I woke up this morning, I went beat as a beat, put this beat on my lip, and I said, let's get rich. Nigga, they not on my way, this ain't no Abercrombie bitch. Okay, don't be walking around me, boy, you look like a bitch. You know I live like a rock star, sleep like a